В американском штате Флорида загорелся самолет с пассажирами. Пострадали по меньшей мере 21 человек. Инцидент произошел в аэропорту города Форт Лодердейл. Лайнер уже вырулил на взлетную полосу и был готов к старту. Тревогу подняли пилоты другого воздушного судна, которое шло следом. Всех пассажиров экстренно эвакуировали. По предварительным данным, причиной возгорания стала утечка горючего из левого двигателя. На борту Боинга находились около 100 человек. Воздушное судно направлялось в Каракас.